Рад приветствовать вас, уважаемые зрители. Рад приветствовать своего коллегу Василия Соловьева. Меня зовут Юрий Розанов, и мы сегодня с вами будем смотреть футбол. Серхио Бускетс. Повнимательнее надо быть защитнику, конечно, в передачах. Сейчас в аут, потом в ноги сопернику, а потом куда? В Советском Союзе по-стрельцовски. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. Только что отобрал и сразу же вроде бы потерял. Неймар. Если мяч он примет, дальше без нарушений у него не отнимешь. Серхио Бускетс. Что творит Лионель Месси? Конечно, Лионель Месси будет открываться в атаке постоянно. Его будет легко найти возле ворот. Дани Алвес. Педро. Классная передача. Как мне же легко порой кажется, да, Барселона создает моменты. Думаю, надо бить и забивать. Великолепно играет защитник в очень напряженной, в очень опасной ситуации, выносит мяч за пределы поля. Андрес Иньеста от борьбы не уклоняется. Дани Алвес. Хави постоянно открыт, постоянно предлагает свои услуги. Серхио Бускетс. Обратная передача. Серхио Бускетс. Серхио Бускетс. Маскерано. И партнеры поддерживают и здесь, и там. Серхио Бускетс. Думаю, надо бить и забивать. И вот он, удар по воротам. Серхио Бускетс. Неймар. Что творит Лионель Месси? А до ворот-то не так уж и далеко. Вполне возможен удар. Пока соперник позволяет, можно играть пас. Вроде... Вот шанс забить. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Думаю, надо бить и забивать. Удар! Ну точно, удар, мяч уходит за пределы поля. Да, мимо ворот ушел мяч. Мимо.
поведение. Сейв после удара головой. Ёрничаем над ведущими новостей, скажем так. В первом тайме счет не изменится. Первый тайм окончен. 15 минут на отдых, на выслушивание тренерских указаний. А счет равный. На каждую замену наставник противоположной стороны, в общем-то, должен реагировать. Половина игры. Свисток арбитра. Поехали. Отведение. Без тени раздумий. Уйдет в подкат игрок. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Думаю, надо бить и забивать. Ну же! Гол! И с этой дистанции удар в нижний угол очень опасен для вратаря, потому что, конечно, сложиться практически времени нет, и потащить его, ну, в общем, распорядился мячом по полной программе. Да, и вратарь, посмотрите, он практически не шелохнулся на этой ситуации. Обожаю голы, которые забиты на индивидуальном мастерстве. Все сделал сам, забил, молодчина. И слева атака поддерживается. А это даже можно назвать и стыком. Неточный пас, очень неточный пас, вроде не мешал никто, однако аут в пользу соперника. И вот они, изменения в ход игры, изменения в кадровом составе команд. Два футболиста из разных клубов готовы выйти на газон. Хороший отбор. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Явная проблема в обороне. Думаю, надо бить и забивать. А вот удар. Удар! Ох, какой удар! И как вратарь играет. Педро. Ну, вот это и процент брат пока минимальный. Дани Алвес открыт. Вот он получает мяч. Место. Хорошее подключение справа, и защитников немножко дезориентирует и предлагает свои услуги. Думаю, надо бить и забивать. Удар отражает голкипер. Посмотрим, чем этот угловой закончится. И удар по воротам. Филипп слегка задевает. Может быть, замахиваться-то было не так серьезно. Позиция-то была подходящая. Я вообще удивлен, что у него голова осталась на месте после этого удара. Pedro.
отличный сейв. Педро. Короткий пас на Хави. И вновь вместе с мячом. Ну, забивай. Вот это лес завалидол. Эмоции, Лев, похоже, отовсюду. И от болельщиков, и от их сидений, по-моему, и от поля. Сейчас наступает, возможно, ключевой момент игры. Да, либо пан, либо пропал, поэтому и бьют через край. Удастся ли отыграться, а? Удастся ли отыграться? Один лишь мяч разницы, но и играть 5 минут всего. И... потрясающе играет. Защитник буквально спасает свою команду в очень опасной ситуации. Думаю, надо бить и забивать. Удар штанга! И на старуху бывает про... Барса выиграла! Финальный свисток прозвучал. И вот настоящий кубковый поединок. Настоящий! Если бы это был матч в рамках регулярного чемпионата, может быть, чем бы и был. Но кубковый ничего не...